Всем привет на канале Травард. Сегодня мы расскажем, как мы, народ-победитель, удобряем наш огород удобрениями с содержанием йода. Простым, обычным, народным способом. Мы удобряем наши огурцы и кабачки йодистыми соединениями для более хорошего урожая старыми листьями ореха. Листья эти можем просто измельчить, покрошить, когда они сухие, либо используем старые листья целиком. Если вы их понюхаете, то вы почувствуете очень острый запах йода. Также мы настаиваем молодые побеги ореха в 3-литровых банках. Для этого мы наливаем сюда воды, добавляем сахара, сыворотки и закваски для ржаного хлеба. Этот настой настаивается в течение нескольких дней. Вы видите даже по самим росткам ореха, как они как бы выделяют вот это йодистое содержание, очень темное. Вот у нас получается вот такой настой. Этим настоем мы поливаем под корень наши растения. Какой-то определенной нормы листьев ореха либо данного раствора у нас нет. Так как это естественно органическое удобрение, добавляйте в любых размерах. Также на нашем канале вы сможете найти информацию о том, как удобрять ваши грядки морскими водорослями. Спасибо, что смотрите наш канал. Заходите еще, делитесь с друзьями, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. С удовольствием на них ответим. Всего доброго и до новых встреч!